Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственные службы открыли первый в стране центр оценки и развития управленческих компетенций – площадку для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти. Ключевая задача центра – запустить на базе университетов системную работу по оценке и развитию управленческих и деловых компетенций у студентов. Для этого в центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию этих способностей. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента. Именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей. Уже все согласны с тем, что Россия – это действительно страна возможностей, то Арктика – это территория возможностей в квадрате. У нас реализуются крупнейшие, очень интересные проекты, и, конечно, для них нужны молодые, дерзкие, с отличными знаниями новые ребята. Поэтому такая платформа, мы очень ее ждем. Намерены также заключить соглашение между нашим корпоративным университетом и центром компетенций. И уверен, что в результате получим отличных специалистов, которые очень нужны для развития всех наших регионов.